женщина размещает объявление в местной газете. «Ищу мужчину с тремя качествами. Не будет бить меня, не убежит от меня и будет великолепен в постели». Два дня спустя раздается звонок в дверь. «Привет, я Тимоха. У меня нет рук, чтобы я тебя побил, и нет ног, чтобы я убежал. А что заставляет тебя думать, что ты великолепен в постели?» – парирует женщина. «Ну, я же тебе как-то в дверь позвонил». Пожилой итальянец пришел к священнику и спросил, хочет ли он выслушать его исповедь. «Конечно, сын мой», – сказал священник. «Ну, отец, в начале Второй мировой войны красивая женщина постучала в мою дверь и попросила меня спрятать ее от немцев. Я спрятал ее у себя на чердаке. Они ее так не нашли». «Это замечательная вещь, сын мой, и ничего такого, в чем тебе нужно исповедоваться», – сказал священник. «Это хуже. Я был слаб и сказал ей, что она должна платить за аренду чердака своими сексуальными услугами», – продолжал старик. «Что ж, это было очень трудное время, и вы сильно рисковали», – сказал священник. «Спасибо, отец, это груз с моей головы. Могу я задать еще один вопрос?» «Конечно, сын мой. Нужно ли мне сказать ей, что война закончилась?» Муж с женой сильно поссорились за завтраком. Он крикнул: «Ты тоже не так хороша в постели!» Затем умчался на работу. К середине утра он решил, что ему лучше заладить свою вину, и позвонил домой. «Почему ты так долго не отвечала?» «Я была в постели», – ответила она. «Что же ты делала так поздно в постели?» «Получала второе мнение». Неожиданный секс – это отличный способ проснуться. Если, конечно, вы не находитесь в тюрьме. Дочь спросила свою мать: «Мам, а как пишется слово «мошонка»?» Ей мама ответила: «Дорогая, ты должна меня была спросить об этом вчера вечером. Это прям вертелось у меня на языке». Девушка увидела, что у нее выросли волосы между ног. Она забеспокоилась и спросила маму об этих волосах. Ее мама спокойно сказала: «Та часть, где выросли волосы, называется обезьяна. Гордись тем, что у твоей обезьяны выросли волосы». Девочка улыбнулась. За ужином она сказала своей сестре: «А у моей обезьяны выросли волосы». На что сестра ответила: «Это ничего, моя уже ест бананы».